газификация транспорта больших городов – один из инструментов по улучшению благосостояния населения нашей страны. Это через меры по энергосбережению, по улучшению экологической обстановки в больших городах. Участие в автопробеге ООО «КамАЗ» под эгидой ООО «Газпром» проводится уже 4-й раз. Мы имеем совместную программу с «Газпромом», и более 15 городов мы уже проехали, областных, вместе с «Газпромом». И в 2011 году, я думаю, у нас карта расширится, и будет уже более 25 городов областных Российской Федерации, охваченные автопробегом «Голубой коридор». 4-й раз участие в этом автопробеге дает возможность КамАЗу более тесно решать с ООО «Газпром» совместные проблемы по улучшению экологической обстановки в городах и по увеличению благосостояния нашего населения за счет более низкого цены топлива, за счет того, что будут уменьшены тарифы на услуги коммунальные, пассажирские. Поэтому мы надеемся, что и автопробег 2011, проехав через крупные города, начиная от Екатеринбурга, Челябинска, Уфы, Самары, Саратова, Волгограда, Рязани, Тамбова и Москвы, от администрации услышат крик КамАЗа, Газпрома и примут соответствующие меры по внедрению данной техники в автотранспортные хозяйства и городов. Первый раз стартуем голубым коридором по городам России, показывая о том, что большие грузные автомобили самые экологичные и экономичные по газовым двигателям. В России единственный КамАЗ выпускает большие грузные автомобили газовые. Сегодня КамАЗ, благодаря Газпрому, в очередной раз отправляет автомобили в автопробег. Старт будет в городе Екатеринбурге. У нас в этот автопробег отправляется 8 автомобилей. Сегодня 3 автомобиля уходят и 5 автомобилей уже стоят в Екатеринбурге. Это и коммунальная техника, дорожная техника,
автомобиль для «Газпрома» полноприводный, городской автобус. Мы идем по городам России. Есть города, которые нашу технику уже знают. Есть города, которые нашу технику уже эксплуатируют. Основная задача данного автопробега – это показать городам России нашу автомобильную технику с газовым двигателем.